Пока мыши привет! Снова продолжаем прохождение Айзека, и у Делик тоже за синяка. Представляете? Ну только что за него играли, причем я не знал, за какого персонажа Делик, честно. Вот, получилось как получилось. Мы взяли сразу же урон. Первый же золотой комнате, что для нас, естественно, очень неплохо. Зайдем шипастую. А там пауки нас ждут. Просто пауки и больше ничего. Ничего полезного абсолютно, кроме пауков. Так у нас урон нестабильно повысился, да? Он через раз не показывается, видимо, как целая единица. Ну что ж. Попробуем пройти Делик, что-то как-то у нас то ли два, то ли три последних Делика были совсем плохи. Возможно, сегодня нам удастся его пройти хотя бы. Нет, спасибо. Интересно, зачем подсовывают плеча сразу же в секретке специально, чтобы те, кто не знал, что он делает, взяли, или также специально для того, чтобы взяли и потом не взяли что-то плохое. Странно, или может быть в сочетании с чем-то он неплохо. Не тут. Ладно. Может быть тут? И не тут. Да я не очень понимаю, где обычная секретка, ну и ладно. Он нам как бы дали, но опять же, через раз. Плюс скорость. Ой, ну ладно. Прямо так сразу. В такой легкой комнате получить урон. Неплохой атакующий пет. Мне очень нравится. Действительно классно. Нужно как-то оттуда выкуривать. Не всегда это получается. Так и знал, что будут бомбы. Ну, тем временем у нас остается пол жизни, да, или одна. Нет, все-таки половина жизни. С любой урон и все. И минус. Сможем ли мы пройти? Опять такая ситуация, когда нужно прибегать, нажимать все кнопки. Не люблю эту комнату, она очень часто спамится именно в Деликах. Почему-то. Полета у нас нет. Получаем урон, получаем еще один урон, и все плохо. Все очень плохо. Босса, конечно, убили, но
На. Чувствовал я, что так что-то и будет. Спасибо всем, кто смотрел. Получился делик коротеньким. Ничего страшного. Всем пока.